Итак, дорогие друзья, с добрым утром. По доброй традиции мы с вами начинаем с разминки. Кстати, если вы видите, а вы это не видите, где тут написано, что это 2,9. То есть я установил 2,9, поставил все аддонсы сюда. Вот они все мои. Начнем с того, что тут и Evercraft появился. Не знаю, пока я не хочу пользоваться еще. Пока я скажу, что в середине у нас будет стоять подсказочки. Так, итак, это тоже установлено на Дональд Флексе. Мы с вами сделаем сейчас такую курвочку. В виде крыла бабочки. Прекрасно. Далее переведем это безобразие так в объект. Конвертировать мышь. Конвертировали. Можем за Полнить. Для этого надо перейти сюда. Кстати, вот когда вот такие вещи происходят, да, мы видим, что это целое безобразие здесь, все-таки она не соединилась, то мы можем спокойно вот эти, допустим, сказать, что удалить и сказать, что ненужные нам. Так, это тоже, это уже нужно как бы, но мы его все равно удалим. Так, этот подвинем сюда, но сделаем так, вот этот и этот, да? А что это? Сплит? Почему сплит? Не надо, чтобы они соединились. Ну, скажем, F тогда. Да и все. Это удалим. То есть ненужные. И чуть подтянем. Если мы видим, что у нас еще куча ненужных нам. Ну, допустим, зачем этот? Ну, тоже удалим. Так. Потому что такое большое количество, ну, совершенно нам не надо. Выделим их все ненужные углы. Вот. Этот туда же его. Все. Теперь более-менее. Смотрим наверху, что произошло. Здесь тоже вот эту парочку можно удалить, но тогда на... Да, давайте удалим, потому что при инвертировании инсерте будет происходить перекрестие здесь. Мне это не надо. Вот так. Допустим, да? Все, хорошо. Если остро слишком, можем ее опустить. Держи. Так вот. Еще парочку убрать ненужных. И у нас получилась очень неплохая такая штука. Переходим сюда. Нет-мод. Выделяем. Секунду. Вот наш объект. Мы перейдем в Gitmode. Тоже выделим. В чем дело? А, ну да. Вот так. И скажем F. Все. F закрыли. Теперь мы можем выделить это дело. Сказать и потянуть
Вот так, вот о чем я вам говорил. Видите, перекрестие идет. А если бы там было очень остро, то она бы тоже так повела себя. А так она ведет все вполне прилично. Так, если нам, допустим, не нравится, ну я имею в виду, что нам может не нравиться. Все нам нравится. Теперь мы удалим вот эту. Не нужна она нам. Фейс удалим. И ставим вот такое крылышко. Все, прекрасно. Такое крылышко оставили. А дальше делаем Ctrl-R. Вот так. Двигаем его к краю. Опять Ctrl-R. Двигаем к этому краю. Прекрасно. Все красиво. Я вот думаю. Нет. Если я возьму, к примеру, вот это и скажу, что я думаю, как бы не было мелкое, но для здесь бриллиантики нам надо еще посадить будет. Нам надо бриллиантики посадить. И вот это меня немножко смущает. Хотя пусть будет так. Тут ничего у нас не происходит ненормального. Вроде как нет. Все отлично. Так, далее выделяем всю эту мяку-мяку. И говорим, что у нас должен быть Е. И тащим наверх. Вот так. Все. Больше нам не надо. А дальше придется вот это. Так, интересно, почему Ctrl-M не работает? Сплит. Причем сплит? Потому что они перенесли это дело. Ну да ладно. Придется вручную выделить все. Вот почему я, ребята, я с курвами не особо люблю работать, потому что у них всегда какие-то проблемки, мелкие такие неприятные, после которых приходится вот так. Если бы я с самого начала взял, к примеру, прямоугольничек и с него начал вытягивать именно вот эту форму, то не было бы никаких проблем, я вас уверяю. А здесь, видите, мы сталкиваемся с такими вещами. Так. Ну, теперь Е вниз. Вот так. Поставим Е вниз. И вот тут, ребята, Ctrl-R. Ну, слава богу, хоть тут работает правильно. Так, Ctrl-R. Наверх. И Ctrl-R. Вниз. То же самое здесь. Ctrl-R. Наверх. Ctrl-R. Вниз. Все. После этого мы ничтоже сумнящие говорим, что у нас должна быть сейчас модификатор Subdivision. Вот он. Три. Все. Смотрим объект мод. Да, то, что нужно. Плюс шейдинг. Вот. И точно таким же макаром мы сейчас разберем одно крыло.
И чтобы вас не мучить, я сделаю остальные, потому что тут, ну как, это ж бабочка, это сюда, и нижняя будет где-то вот поменьше, естественно, как она у бабочки есть, вот что-то вот такое будет. Я сделаю. Но принцип тот же самый, поэтому мы на этом не будем задерживаться. Есть способы разбрасывания бриллиантов по всей поверхности, да, по дуге, но они начинают деформироваться. Есть еще какие-то способы, которые от этого... Но я их попробовал, что-то у меня не получилось. Поэтому я буду делать вручную это дело. Ничего, немножко времени больше потрачу, но зато все должно получиться. Мы возьмем сейчас с вами диамантик. Вот такой, да? И уменьшим его. Е. О, С, извиняюсь. Вот так. И посмотрим, как его сюда поставить. G. Ставим. Выводим наверх. G по Z. И смотрим, как это выглядит. Выглядит неплохо, но надо еще поменьше сделать сейчас. Так. И пару столбиков сразу же. Потому что они будут служить ограничением. Хотя, если я скажу Shift D, не могу сразу переносить. Я вижу, что большевато оно, да. Давайте все-таки поменьше сделаем. Вот так. Это удалил. А этот, допустим, GZ. GZ как взад. Сверху смотрим поближе и перемещаем. Ну, так будет, я думаю, хорошо. И потом вот Shift D переносим. Ну а что делать? Shift D. Пошли. Зато у нас ничего не деформируется. Если вы найдете способ проще, быстрее, найдите меня и скажите, да, ты был неправ. Вот так это еще лучше, чем ты там делал. Возился как в средние века на пахотном поле. Так, ну в общем, я тоже вас не утомляю, я сейчас пройду везде вот так, а потом еще столбики поставлю, ну, с тем же самым способом. Ну, пока я вас открою. Сейчас мы с вами сделаем столбик-зажимчик из циркля, нет, не из циркля, мы сделаем его из цилиндра, сделаем его махонько. Вот такое, наверное. И вытянем чуть-чуть S по Z. Так. Так, смотрим. Достаточно ли он маленький? Ну, вот так, наверное. Да. И далее мы можем объект в edit моде сделать вот это так и Ctrl-B. Вот так. Скруглить его. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть сверху. Так, и берем G. Вот он, цилиндр. Объект мод. Куда он делся? Секунду. Так, что было здесь? G. Объект. Мы видим, что он махонькой. Увеличим его немножко. Это вот так. И поднимаем. G по зету и смотрим, как оно будет смотреться.
Ну, в принципе, нормально, мне кажется. Даже не знаю. Ну, я даже не знаю. Вот так. И дальше пошло Shift-D. Ставим на место. Ну, Shift-D. И так по всей двух сторон. Так, сейчас последний разбросаем. Смотрим сверху. Shift-D сюда. Сюда. Все. Вот такое у нас получилось с бриллиантиками. Крылышко. Ну, теперь, как я сказал, сделаю второе здесь. Сымитирую, вернее, mirror применю туда и сюда, а потом еще усики там будем делать и так далее. Ну, то есть тут еще много работы, но мы уже достаточно потрудились с утра. Немножко передохнем.